Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте госуслуг, восстановить забытый пароль. Сотрудники МФЦ сами выезжают в ресурсные центры, которые организованы в рамках проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом». На этот раз они работали в Октябрьском районе Самара на Новосадовой 164А. Раиса Васильева пришла на встречу со специалистом МФЦ, чтобы разобраться с учетной записью на госуслугах и в дальнейшем через эту платформу оплачивать налоги, записываться на прием, оформлять документы, а также работать с платформой ГИС-ЖКХ. Пользу мы видим в том, чтобы видеть отчет нашей управляющей компании, какие работы по нашему дому, допустим, сделаны, в каком объеме и какая сумма денег затрачена, скажем так. Нас вот этот вопрос очень волнует. Проект «Мой дом» запущен в 2021 году по инициативе главы региона Дмитрия Азарова. Он направлен на правовую помощь, содействие активным собственникам жилья, обучение грамотному управлению и содержанию дома. Помогает выстраивать отношения с управляющими компаниями и разными ведомствами. Сегодня всем очевидно, что дистанционно намного удобнее работать, получать какие-то консультации, муниципальные услуги, государственные. Я уж не говорю о личном кабинете пенсионного фонда. Для многих это актуально — посмотреть налоговую политику, поизучать какие-то налоги, да, и в том числе оплатить их. Поэтому это экономит и время, и силы, и средства. Администрация внутригородских районов регулярно организует встречи граждан с сотрудниками МФЦ на базе ресурсных центров. Напомним, продолжает работать горячая линия регионального центра поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК проекта «Мой дом». Звонить можно в будни по телефону 8 800 55 55 263. Звонок бесплатный. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.